По состоянию на 12.00 какая у нас ситуация? Из тех это 400 деревьев, о которых мы говорили, а я хочу заметить, что мы говорим о деревьях, это которые находились на магистральных улицах, дорогах, а также в жилом фонде. То есть мы не заходим пока в зеленые зоны и в парки города. Зелеными зонами и это парками мы займемся уже немного позже. Вот. Из этих это 400 деревьев фактически большую часть уже демонтировали, вывезли. Сейчас в этой работе осталось 40 деревьев, и сегодня до конца дня мы тоже с ними разберемся. Что касается электроснабжения, самая худшая ситуация это у нас по поселку Котовского, там 19 порывов в Суворовском это районе. В основном это частный сектор, но есть и несколько высотных домов. Ведутся активные работы, там это работает 8 вышек, и до конца дня по максимуму мы постараемся восстановить электроэнергию. Совместно, ну, не мы, а облэнерго. Вот. Что касается медицинских учреждений, детских садов и школ, там электроснабжение и это подача тепла везде восстановлено полностью, все работает в обычном штатном режиме. По транспорту все маршруты работают сегодня без перебоев, без остановок, ничего глобального не было, то есть все маршруты работают в общем режиме.